Одновременно с данными докладами происходит круглый стол по психотерапии в 31-й комнате. Меня только что подходили, спрашивали. Мусатов Сергей Александрович, член-корреспондент Международной академии биоэнерготехнологии, сотрудник Центра духовно-нравственного возрождения «Аура Руслан», психолог. Здесь доклады, одновременно в 31-й комнате круглый стол по психотерапии. Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги. Поскольку я работаю психологом, я понял здесь, что психологов много. Мы натовали второй раз. Первый раз были весной прошлого... Так лучше, да? В прошлый раз были весной 2012 года. Я доклад большой делать не буду. Цель в том, чтобы рассказать, что мы представляем, какова направленность, какие принципы положены в основу того, что мы вам предлагаем, для того, чтобы вы могли сориентироваться, нужно вам это или нет. Для начала наша команда, надеюсь, 6 человек, сейчас небольшой ролик, на котором, собственно, всех видно. Вот все 6 человек, которые здесь участвуют, они находятся в зале. Я им вас представлю. Евгений Сердюков, который только что побежал. Женя, покажись. Андрей Медонов с фотоаппаратом. Вот он. Сергей Сердниченко. Он там ногу крутил, массажист. Александр Апапки только что выступал. Вы его видели. И я. Значит, на чем мы основываемся? То есть какие принципы положены в основу тех методов, которые мы предлагаем? Принципов, ну их можно назвать много, с другой стороны можно сказать мало, но чтобы вы поняли, достаточно будет и трех. Первый принцип – это глобальность. То есть, по нашим представлениям, человек – это не только физическое тело, я думаю, это все уже прекрасно знают, и тут убеждать в этом никого не надо. Но одно дело – это знать, а другое дело – с этим иметь конкретное дело. То есть мы методики, которые предлагаем, обязательно развиваем в таком направлении, что все наши тела, физическое, эмоциональное, ментальное, энергетическое и самое главное, духовное, что они составляют не просто природу человека как такового, но каждая из этих сфер действует в своей области. К сожалению, часто так бывает, что сосредотачивается на чем-то одном. В этом случае эффект, конечно, бывает, но ограниченно именно той сферой, на которую происходит воздействие. Мы стараемся, чтобы это было глобально, то есть человек как существо более сложное, чем мы привыкли себе представлять. Второй принцип – доступность. То есть все методы, которые мы предлагаем, не представляют большой сложности, и при соответствующем терпении, навыке и практике ими можно овладеть. Это на сегодняшний день очень важно, потому что иногда человек останавливает тот факт, когда он собирается что-то в себе менять, с чего начать. И как только он натыкается на нечто сложное и понимает, что ему это просто не по силам, соответственно, откатывается назад. И третий принцип, который, я считаю, один из основных, это самостоятельность. То есть то, что мы предлагаем, можно делать самостоятельно. Не обязательно для этого какие-то особенные условия, не обязательно присутствие специалиста, то есть никакой сложности и опасности нами предлагаемые методы не представляют.
Поэтому спектр тем, которые вы в программах можете найти, очень широк, в силу того, что сам по себе подход предполагает глобальность. Начиная от физических болезней, заканчивая взаимоотношениями, заканчивая семьей, отношения мужчины и женщины, то есть фактически сфера наших интересов и тех методов, которые мы предлагаем, простирается очень широко. В силу того, что, собственно, сама жизнь сейчас сводится к, вот, именно к этой глобальности, когда даже наше с вами общение становится практически мгновенным, независимо от того, где мы находимся. И процессы, которые протекают в настоящее время, идут настолько быстро, взаимодействие людей между собой и вообще развитие человека, настолько быстро, что иногда мы просто даже не поспеваем. Вот посмотрите даже по технике. Если посмотреть, вернуться лет на 5-10 назад, то вот такого уровня техники и в таком количестве в этом зале бы не было. Сейчас не проблема включить iPad, к примеру, сфотографировать и тут же отправить куда-то фотографию или видео. То есть фактически происходит все одновременно и везде. Мы с вами находимся здесь, но те люди, которые испытывают интерес к происходящему здесь, они могут об этом узнать практически мгновенно. Нажатие кнопки, все, они уже буквально через там, несколько секунд могут или послушать, или посмотреть, или увидеть то, что здесь происходит, прочувствовать, что здесь происходит. Поэтому ответственность, естественно, нас всех, каждого за себя, учитывая вот эту глобальность, и за тех, с кем мы очень близко связаны, на самом деле очень высока. Ну и в заключение еще один ролик, в котором вы посмотрите некоторые темы, которые все будут проходить в 32-й аудитории. Спектр тем, кто будет их проводить и кто проводит мастер-класс. Ну все, спасибо, приходите.